10 июня состоится церемония открытия учений сухопутных войск «Сейбер Страйк», которые пройдут на территории сразу двух стран – Эстонии и Латвии. Тактическая часть будет проведена на военном полигоне в латвийском Адаже, а вот штаб управления будет размещен у нас в ТАПа. Кроме того, самолеты, которые будут задействованы в учениях, также поднимутся с эстонской базы военно-воздушных сил «Эмари». В учениях «Сейбер Страйк» примут участие военные из Балтии, США, Канады, Финляндии, Швеции, Польши и Норвегии. Всего свыше 2000 человек из сухопутных войск. В то же время будут проходить и другие военные учения. Если «Сейбер Страйк» в основном учение для сухопутных войск, следующий «Болтопс» — это учение на воде, где солдаты оттачивают также мастерство высадки и боевых действий в прибрежной зоне. И, наконец, учение «Балтик Хост» — это чисто логистическое военное учение, на которых проверяется подготовка к принятию сил союзников. Кстати, в этом году наша страна является ведущей страной на учениях «Балтик Хост», которые проводятся одновременно в Эстонии, Латвии и Литве. Поскольку главной тренировочной целью «Балтик Хост» является отработка приема союзнических войск, то неудивительно, что маневрам окажут поддержку командование операциями НАТО, первый немецко-голландский корпус, войсковое соединение США в Европе, а также вооруженные силы Польши. Тот факт, что из года в год Эстония принимает участие в международных учениях, говорит прежде всего о том, что наши силы обороны достойны этого. Это подтверждается и тем, что другие страны заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с нами. Ведь главная цель военных учений — сотрудничество. Причем не только в теории, но и на практике. Любопытно, что последить за тем, как тренируются военные, удастся всем желающим. В рамках международных учений «Болтопс» 14 июня на пляже в Палдиске состоится очень зрелищная показательная операция по высадке морской пехоты и боевых машин с моря на берег. Кстати, помимо эстонцев, в этом демонстрационном выступлении примут участие также морские пехотинцы Соединенных Штатов Америки. Павел Озеров, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.